топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в своем инстаграм-пост, в котором призналась, что ее двухлетняя дочь Маша заболела. Звезда сообщила, что у девочки высокая температура, и попросила помощи у своих подписчиков. 38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей. Орфография и пунктуация автора сохранены, прим. Womanhit.ru подписала снимок знаменитость. На выложенной фотографии Маша одета в белую вязаную шапочку и зимний комбинезон с мехом. Девочка с интересом рассматривает огоньки на елке. Поклонники предположили, что кадр сделан, когда дочь Кудрявцевой еще была здорова. Посмотреть эту публикацию в Instagram публикация от Лиры Кудрявцева, собака Ларатв, фолловеры пожелали девочке скорейшего выздоровления и осыпали телеведущую рекомендациями по лечению Маши. Одни советовали пить много воды, другие сообщили, что не стоит сбивать высокую температуру. Также многие написали, что не надо заниматься самолечением, а лучше обратиться к доктору. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.